Родные без вести пропавших и пленных военнослужащих собрались у входа в парламент на улице Демирчана и требуют встречи со спикером Аленом Симоняном. Один из активистов и родственник без вести пропавшего военнослужащего Арсен Гукасян рассказал, что митингующие провели ночь у парламента Армении и хотят поговорить со спикером. По его словам, несколько депутатов пообщались с ними, однако спешили на голосование и разговор был недолгим. Отдельные депутаты от власти пытались успокоить участников акции и найти оправдание словам Симоняна. Однако родители требуют, чтобы он лично пришел и ответил за свои слова. Вечером 7 декабря участники акции перекрыли площадь Республики и несколько часов находились у здания правительства. Они требовали объяснений, но к ним никто не вышел. Кроме этого, родные и близкие попавших в азербайджанский плен уроженцев Ширакской области собрались у здания областной администрации, требуя встречи с губернатором Назели Багдасарян. Они возмущены появившейся в соцсетях 7 декабря видеозаписью, на которой глава армянского парламента говорит, что для него пленных уже нет, подразумевая, скорее всего, группу военнослужащих, попавших в плен 16 ноября этого года. По словам Симоняна, военнослужащие, о которых идет речь, бросили оружие, бежали и заблудились, в результате чего оказались в плену. Сам спикер объяснил накануне журналистам, что видеоматериал смонтирован, и его высказывания представлены не в полной мере. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.